Барышня! Сергей Мефодьевич! Что у нас с аппаратом? Ваше Пресвятительство, у нас не с аппаратом, у нас... Что такое? Осмелюсь доложить. Николай Никифорович, посмотрите на улицу. А что там? Это еще что такое? Я слыхал. Думаю, тот японец, не тот. Да и я за тебя слыхал. Как ты по Бессарабии гуляешь. Было дело. На воле-то давно? Да не то, чтобы. Я с Муховым вышел. Помнишь Мухова? Он с СДЭК. Ванька, что ли? Ну. Так он что, с тобой? Нет. Я звал, да он не пошел. Он же идейный. Папаша мой. А ты-то как сюда попал, Григорий Иванович? На вокзале взяли, на облаве. Да отпустят, у меня документы, дай бог каждому. Сюда вели, так там у ворот буза начинается. Не по твою ли душу, а? Что ты ему не передал, пока он мимо шел? Не схотел. Грешишь? Кто? Я? У меня пакет. Для оберполицмейстера. Кого? Там написано. Только нехай быстрее читает. А то дождь начинается. И выпустить того господина Веницкого Моисея, он же Миша Японец, немедленно и без разговоров. На все про все даем 15 минут, а то штурмуем. Граждане свободной Одессы. Все. Японца расстрелять. Немедленно. Во дворе. Телефонировать в ставку. Вызвать войска и очистить улицу от этой сволочи. Господин полковник, мы не можем телефонировать. У нас не работает телефон. Господин Ильич. Так пошлите к французам. Это отсюда два квартала. Господин полковник, французы не станут вмешиваться. Почему? Им этого не надо.
Полковник Геловани у аппарата. Да. Что? Что? Пирожное и сельтерское. А скажите, Костя, мы долго тут будем сидеть, а то мы ведь к Квартнихе собирались. На 15 минут, мадам. Николай Никифорович очень просил. Для сраю сюрприз. Мерси. А что за сюрприз? Увы, не могу сказать. Я дал слово его превосходительству. Господин полковник, это генерал-губернатор? Господа, у них моя жена. Лизонька. Вот эти люди, они не опасны? Какие? Что? Совершенно не опасны. Анпеш, мадемуазель. Лучше салфетку, а то мне все руки липкие. Лиза. Мерзавцы. Если с ними... Если... Господин полковник, они требуют освобождения всех заложников. Надо решать. Осторожно, немножко. Мерси. Ольга Николаевна. Мерси. Прошу. Сергей Мефодич, как я рада вас видеть. Как? Константин, это было изумительно. Мы с вами еще встретимся. Прекрасно. Ольга Николаевна. Здорово! Посадка! Твои, что ли, орлы? Да, с нашей улицы, хлопцы. Ну, а ты как, Григорий Иванович, с нами? В смысле? Ну, надо же отметить такое дело. Дела у меня. Слышь, японец, ты за меня по городу не звони, я тут потихоньку. Ну, какой разговор? Хорошо. Миша, и что это за дяди? Да этот? Да так, знакомиться один. Вы лучше скажите, кто с вас такой грамотный, что дотумкал полковничью жену, да еще и с дочкой прихватить, а? Ерш на совет. Ерш на совет. Скажи, майорчик, а что бы ты с ними делал, когда бы он не хотел меняться? Да я знаю. Ну, майорчик, ты лютый, аж страшно. Кокол! Ты что там забыл? Откуда такая броска? Ты такой, какой есть, и ни в чем не виноват. Просто я, наверное, не готова к такой жизни. Нет, Сыль, я виноват. Виноват. Кругом виноват. Я виноват так, что... Но я буду стараться, Миша. Сыль.
Ну, помнишь, ты говорила за дом? Так вот он уже есть. Ей-богу. Ну, пока не совсем наш, но то пока. Не веришь? Так я говорю правду, Фрей. А знаешь, где он? Далеко. Аж за фонтаном. Я снял нам эту виллу. Хорошую. Прямо на берегу моря. Там сад. Можно уехать хоть сейчас. Я знаешь, что думал? Я думал, мы поженимся. И туда. Ну что? Ты как? Согласна? Ой, а можно я к вам буду в гости приезжать? Ну, конечно, Соф. Правда? Да сколько хотите. Ура! Ой, как здорово, Циля! И с папой, и с кем хотите приезжать? А то мы все с Цилей просим папу, чтобы нам виллу снять. А он говорит, то дорого, то далеко. Ну что, Циля? Согласна. Она лежала на спине, ноги раздвоившей груди. И тихо, как вода в сосуде, стояла жизнь ее во сне. Слушай, ты что, сдурел? Что ты там мелешь? Это Бунин, Миша. Шмунин. Софочка, заткни ушки пальчиком, он больной. Миша, это Бунин. А ты пошлятка. Еще раз такое услышу, я тебе сделаю Бунина. Миша, ты что пристал? Поэзия ни черта не смыслит, да? Месье Аверман, скажи, чтобы он заткнулся, а то ж я ему... Месье Аверман, скажите ему, что это стихи. Лёва, ну что, мало других стихов. Точно таких же, но приличных. Песни. Циля, ну вы хоть скажите, а? Ну что, уйди уже отсюда, а? Лёвчик, ну хватит, ребят. Какая красота. Ну что вы, ей-богу. Ну, а мне хоть нальёшь? Здесь никто не хочет делать революцию бесплатно. Одесский пролетариат – это бандиты, спекулянты, сволочь и гниль. Рабочие типографии отказываются печатать прокламации бесплатно. А агитаторы, между прочим, требуют денег за свою работу. Да, с революционной сознательностью в Одессе не важно. В этом городе невозможно сделать революцию без денег. Комитет отправил в Москву письмо с просьбой предоставить необходимые средства. Ответ уже получен. В ближайшее время в Одессе будут деньги. Да, и кроме того, сюда направлен человек из московского ЧК Дзержинского. Очень толковый товарищ с огромным опытом подпольной работы. Так что, Григорий Иванович, передайте товарищу Якиру, что мы будем готовы. Скажу. А вы, значит, с японцем старая знакомая? Ну, так, встречались. Как вы считаете, можно его привлечь к активной работе? Вряд ли. Он же из деловых. Да, но сидел он по политической. Благодаря японцу мы будем обеспечены оружием. За которое он требует денег, которых у нас нет. Что вы хотели? Японец-налетчик. Нет, конечно, товарищи, в скором времени от таких, как он, мы будем избавляться. Но сейчас... Сейчас он нам полезен. За ним реальная сила. И когда наши подойдут, он поможет захватить город. Пусть даже и за деньги. Это что ж такое? Это ума не подходит. Черт! Ну хорошо! Хорошо! Пусть другой! Ладно!
Но они-то хотят потрусить Гепнера, а это просто недопустимо. Гепнера? Да, Гепнера. Это будет так некрасиво, что люди не поймут. Они скажут, да Гепнера заходил Миша и взял миллион. И что, опять? Нельзя одного и того же человека грабить, когда кому вздумается. Человек не паровоз, у него нервы. Миша, я не лезу в вашу бухгалтерию. Не лезу. Но, по-моему, Йовый Лазаревич исправно плотит. И все так. Тем более. Значит, люди скажут, в Одессе нет короля. Месье Барский. И кто же такой смелый, что идет до Гепнера? Кот. Котовский? Он известный человек, у него репутация. Ну, у вас-то тоже репутация. А когда залетные работают без спроса, это неуважение. А когда люди узнают за это, то они просто растеряются. Они не будут знать, кто хозяин. Когда они хотят идти до Гефнера? Они хотят. Сегодня. Ты что, женку не жалко? Я говорю правду. Это все, что есть, все. Где гроши? Тихо. Не нервничайте. Японец? Я, Григорий Иванович. Скажи своим хлопцам, чтобы не пальнули с дуру. Миша, что же это такое? За что? Вы же обещали, что я буду жить, буду дышать. Йовый Лазаревич, я извиняюсь. Чуть позже. Ну и с чего ты здесь? Да вот решил зайти до Йовы Лазаревича. А у него и так гости. Гриш, скажи своим, чтобы обождали в коридоре. Вместе с моим. Идите. Гриша, ну у нас так не делают. Ну, чтобы вот так вот без спроса грабить. Это не по-нашему. Это ты мне сказал? Это у тебя я должен спрашивать? Так больше ж не у кого. Ты сдурел, японец. Ты кто такой? Ты сявка. Ты не шуми, Гриша. Ты не в Бессарабии. Мы в Одессе. А здесь я решаю, кому можно заходить, а кому обождать. Сегодня ты зашел не к тому. А гроши оставь. В другом месте возьмешь. Миша, спасибо. Миша, спасибо. Богом клянусь. Перестань. Да хлопцы попутали просто. Миша, а может, мы зря стреляли? Все же Котовский. Гуля. Или я король. Или. Ну так вот, либо держать порядок. Или прикрывать эту лавочку.
Рахиля, чтоб вы сдохли, вы мне нравитесь. Без вас, Рахиля, жить я не могу. Рахиля, мы поженимся, поправитесь. Не надо будет ехать вам в Баку. Ах, мы будем так же книги. Ты не духаешь их на. Аж дитока тренде моме. Миш, мы же не лезли в твои дела. Ты не мешал им? Наоборот, выручал. Ну зачем все портить? Ты за что? Товарищ Котовский выполнял наш приказ по экспроприации денег. Ну с чего ты решил вступиться за этого буржуя, как его, Кепнера? Серьезно, подполью нужны деньги. А меня это не колышет. Что? Ну, то, что вам не хватает. Нужны деньги, ищите. Но только не тут. Рахиля, мы поедем в Ессентухес, где между синих гор встает рассвет. А если нет, так кишен Мерентухес. А у меня терпения больше нет. Я не знаю там за другие места, а за Одессу скажу. Тут никто не будет работать, как папа. И это последнее слово. Кроме шуток. Только без обид. А коту скажи, чтобы не психовал. Дороже не будет. И Софочку самое главное не удержать. Ну, а что, все же обошлось. Миша, а зачем вы сюда пришли? Да надо пожить с ним. Не хочу так. Ну как так? Миш, ну неужели тебе нравится такая жизнь? Ну какая такая? Какая? Тебя недавно из тюрьмы выпустили. И вообще могли расстрелять. А эти твои хлопцы? Тель, ну ты же знала за меня. Я же раввином не прикидывался. Миш, ну давай уедем. Ну давай уедем за границу. Тель, ну дергай мне нервы. Куда ехать? Ты что хочешь? Чтобы я пожалела? Чтобы я раскаялась, что поддалась чувству? А ты что, пожалела? Нет, ты не понимаешь. Ты просто не хочешь понять. Цель. Ну, потерпи трошки, а. Ну, я и так кручусь, как Бобик. Но я клянусь Богом, все будет у нас хорошо. И дом будет, и все будет. И ни одна собака к нам не полезет. И город будет наш. Я же обещал. Да не нужен мне этот город. Так мы же и я тебе уже не нужен. Ты скажи. Так я не понял, нужен, не нужен? Да нужен. К несчастью. Ой-ой. Звоняй ты. Мышь. Ось, принесли. А я знаю. А зачем тебе фрак, Миш? А? Да, это... Нужно вечером сегодня съездить в одно место, а там такие все важные люди. А я чем хуже? Можно я с тобой пойду? Конечно. Ци. Ци. Да там неинтересно будет. Ты лучше домой иди, вон Степа проводит. Что? Да иди ты! А. А я до своих забегу, а потом туда-сюда. Ну и сразу к тебе. Хорошо? Цель. Хорошо? Хорошо. Цель.
А ты знаешь, как я тебя люблю? Да ты не знаешь. Я так тебя люблю. Ну что, красив как бог. Господа, фотография. Только вот нос. Не нос, а слива какая-то. Ой, да ладно. Нормально, похоже. Я тебя умоляю. Слушай, когда они тебя срисовать-то успели? Да шут их знает. Ты бы художнику руки повыдергивать. Ну, спокойно. Пусть висит, Леша, старались. Ладно, пойдем. А то душа праздника хочет. Джентльмены, фотографию на память. Только сделай красиво. Все? Да? Люди зайдут. Конечно. До свидания. Спасибо вам. Дамы и господа, прошу великодушно простить за небольшую задержку. Но у нас с вами сегодня огромная радость, которую, я уверен, вы разделите с нами. Я счастлив сообщить, что в этом прекрасном зале присутствует Миша Японец. Мадам, месье, я уверен, вы уже слышали, что недавно из мрачных застенков на волю были отпущены невинные узники. Отдельное спасибо за это господину полицмейстеру. По такому радостному событию от лица Миши Японца я предлагаю всем собравшимся в порыве душевной щедрости сдать свои бумажники, драгоценности, у кого какие имеются, в пользу измученного трудового народа. Заранее благодарен. Итак, прошу. Ой, лопатничий прекрасный. И ваши колечки, они же держат меня в Одессе. Благодарю. Наум Соломонович, добрый вечер. Здрасте. И часики, часики ваши, пожалуйста, можно? И перстенечек, пожалуйста. Благодарствую. Чтоб вы уже были здоровы. Спасибо. Мишу Бру, добрый вечер. Ну нельзя так, Яша. Ну что ж делать, Мишу Бру, благодарствую. Ну что, надо заехать куда-нибудь, взять по фужеру за это дело, а? Поехали, поехали. Сейчас драконы сюда как нагрянут. Ты! О! Погоди! Вот. Что такое? Что, цели тут? Ну, она там сидела. Я хотел было ее до вас туда-сюда. Глядь, она уже ушла. Миша, что такое? Да, кажись, погуляли. Поехали! Удачи сродни, крутись колесо, возвращайся, и прежнее счастье верни. Мы равно смеемся и плачем.
дорогой. Ты вот бы золотой. Ты рядом. Ой, где взять мне немножечко, хоть бы немножечко счастья пропало и нет. Что вы мусолите и мусолите? Протрите швидко, да и запирайте. Миш, вы женитесь, а я не поздравляю. Так я уже поздравляю. Дзенькую, пани Бася. Да. Выпейте со мной. Во! Да какой выпить? Уже ждите. А что вы тут сидите? Один, как бы и не жених. Ну почему не гуляете с друзьями, как положено перед женитьбой? Уже погуляли. Все равно. Ну, глупая, ну. Я же жениться могу. Правда. Не веришь? Правда. Яш, ну, как тебе объяснить? Ты славный. Просто... После него мне никого не надо. Ни замуж, никак. Позвать Розу, она так горюет, что больно смотреть. Да не надо. Лежусь, спишь. Все поправится. Пани Вася знает. Я пойду. Рай, что ты как селедка? Рай, чувств побольше. Хоть улыбайся, что ли? Пальчик! Пальчик!
Плыви сюда, пальчик. Давай выпьем, а? Давай два коньяка. Да не, Миш, я не хочу. Да чего ты седаешь? Да не, ну... Ну, правда, я пойду. Иди. Ну, тебе можно кого с наших прислать или... Иди, пальчик. До меня Яша приходил. Да я уже понял. Так я прогнала. Ну, зря. Ты же видишь, что с ним. Может. И пани Бася говорит, как Миша содержание садит. Пойду до клиентов. Ну, почему садит? Я же могу и дальше платить. За просто так. За просто так не бывает. Бывает. Не подымешься. Ты как здесь? А? Так я же за тобой всю ночь гуляю. На кой? Так чую, ты кислый, аж морду перекосила. Дай, думаю, пригляжу. Майорчик, ты ж пророк форменный. Кто же ты в меня стрелял такой наглый, а? А главное, утро такое хорошее было. Ботинки. Главное, хорошо, как начиналось. С тюрьмы вышел, как человек. А потом, как не заладилось. Ты своих пришел, папашу прямо в ухо приложил. На пляже обратно. Шляпу спортил. Цель еще. Миша, я знаю за цель. Ой, ты откуда знаешь? Я до Вермана входил.
На ко? На Софочке. А мы с тобой еще, может, породнимся. С тебя останется, а? Что ты? Ой, да ладно. Ну и что там у Эверна? Что? Я пришел. Ну? Там Циля как раз. Грустная, молчит. Молчит? Молчит. Молчит, а потом говорит. Говорит, Лёва. Что, Лёва говорит? Слушай, что ты перебиваешь? Нет, что ты тянешь? Я говорю, а ты перебиваешь. Я говори уже. Что ты такой нарванный? Говорит, Лёва. Ну? Вот вы ж с Мишкой дружите, а Вин же бандит. Что, прям так и сказала? Сказала, а потом спросила. Вот вы его любите? Ну, а ты что? Я говорю, Циль, он же мой друг. Она задумалась и говорит, наверное, это была ошибка. Что? Так и сказала? Она сначала задумалась, потом сказала. Ну и ец. Обойдемся. Дурак ты, Миша. Да сам ты дурак, дурак. Не любит не надо. Вот ты ж меня любишь? Ты любишь? Да люблю, люблю. Вот и все, мне оно хватит. Так она ж только говорит, что ошибка, Миша. Я ж знаю в тех делах. Иди к ней, а. Сейчас. Шнурки поглажу. Куда я не пойду? А вон тут. С худа. Действительно красиво. Ой, мамочки. Ой, и прям по тебе. Интересно, кто же этот незнакомец? Я это... Думал, тебе понравится. Думал, красивая. Чуть пониже ручку, пан мэр. Так. Тут надо трошки припустить, чтоб не морщило, вот так. Это будет не костюм. Это будет одно удовольствие. Уже снимать? Еще трошки и вже. Надо же все подогнать, чтобы было тютелька в тютельку. Стой спокойно, мэр. Не мешай мне это Иосифовичу. Он мне не мешает, пани Доба.
Пальчику нельзя помешать, потому он знает, что делает. Пальчику не мешал сам Шаляпин. Когда в 2008 году у него из вагона сперли чемодан с гардеробом, так и он пришел ко мне. Скажите, пани Дуба, будет Шаляпин шить у кого попало, когда у него есть возможность шить в Париже? Если Шаляпин, руки опустить. Имейте чуточку терпения, пан мэр. Когда мой Яша сказал, что ваш Мишенька женится, так еще на ком? На дочке самого Авермана. Я сказал себе, пальчик, ты должен пошить костюм господину мэру, такой, как никогда. Знаете, пан мэр, что главное, когда строишь костюм? Так я вам скажу. Крой. Потому если крой без понятия, так это перевод материи. Все, Дуба. Что все? Кончаю этих штучек. Мир, что ты делаешь? Я пошел. Куда ты пошел? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Куда ты пошел? Не нервничайте, пани Дуба. Я уже закончил. Как вы, ваше высокопреосвященство, человек решительный. От лица всех коммерсантов Одессы просим и умоляем. Господин генерал-губернатор, как только мы узнали о том, что негодяй схвачен и заточен, мы вздохнули. Превосходительство. Да. Мы вздохнули и обратили благодарственные молитвы. Но, послушайте, наше счастье было недолгим. Довольно. Я все понял, господа. То, что Винницкий опять на свободе, это результат дерзких и безнравственных действий его сообщников. Это вызов, господа. Вызов лично мне. Я вас уверяю, что он принят. Ступайте, господа. С этим японцем и со всей уголовной сволочью будет покончено в самое ближайшее время и самым решительным образом. Слово боевого офицера. Покорно вас благодарю. Покорно благодарю. Покорно благодарю. А что вам не нравится? Что тебе не нравится? Шикарный вид. Ну да, бандитский шик. А жилет? А что жилет? Хороший жилет. Миш, ну так нельзя одеваться. Это же дурной вкус. Хотите, я это все повыкидываю, у меня еще есть. Да видела я, что у вас есть. Одеваться нужно. Элегантно. Так и я как. Сейчас папа войдет. Да нехай себе входит, но жених и невеста. Ты все равно. Опять не так. Да я их не верю, что ты согласилась. Думаете, я верю? Это плохая идея. Почему, черт возьми? Если мы испортим свадьбу японцу, в городе нас не поймут. Николай Никифорович, это будет большой праздник для всей молдаванки. А мне наплевать на эти все сантименты. Сергей Мефодьевич, Николай Никифорович, неужели вы не понимаете, что в городе начнутся беспорядки? Это прекрасно. Наконец-то генерал-губернатор получит возможность применить войска и вычистить эти авгиевы конюшни раз и навсегда. Thank you.
несет сто барский? Месье Барский, вы же тут прячетесь. Можно вас, Миша? В последнее время, Миша, у меня совсем плохо с нервами. Я вам советую тоже не быть таким беспечным, как вы есть. Что это случилось? Кому как. Вот вас прихватили, вас выпустили. Это хорошо. Это так хорошо, что вы думаете, что до вас полный карман удачи. Ну, я не думаю так, что у меня полный карман удачи. Это так. Знаете почему? Додя не доплыл до Стамбула. Как? Так, не доплыл. В Стамбуле его должны были встречать один человек, он его не встретил, та шхуна не пришла. А она и в Одессу не пришла. Ну, может, они где задержались? Может. Может, Миша. Но мое сердце говорит, что это не так. Мое сердце говорит, что 100 тысяч – это такой куш, который может сменить маршрут. А когда меняет маршрут за 100 тысяч, зачем нужен какой-то лишний пассажир? Ривочка не переживет. Доди был ее радостью. Подождите. Но никто не знал за 100 тысяч. Даже Костик, который сажал Додика на шхуну. Вас не виню. Упаси Бог в чем-нибудь вас винить, но дочи нет в Стамбуле. Никогда больше не будет. Сибарский номер. Ищите крысу, Миша. Ищите. Или я не барский. Это работа, он в тебя тогда стрелял. Ты всю ночь по городу шлялся, он тебя и выследил. Может, акулы. Да не может, а акулы, я тебе говорю. Миша, ну вот я ж тебе тогда в Варшаве говорил. Ну давай эти кого с наших людей пришли. Нет, ты давай водку глотать. Миш, пальчик. А что ты к розочке полез? Что? Что, нельзя, что ли? Что? Ты почему? Можно. Что вы скажете за Долю? Не знаю. Я уже себе голову все сломал. Деньги в чемодан. Никто не видел, как я упаковывал. Только Доля. Майорчик, ну ты что думаешь? Да я знаю. Никто, кроме нас, не знал. Вот и Барский говорит искать крысу. Чё? Промеж кого? Промеж нас? А может, Барский сам раззвонил кому? Барский не звонил. Ладно. Разбежались. И скажите хлопцам, чтоб сидели и не рыпались. А то у меня свадьба или как? Вы походили, Лёв? Соломон Яковлевич, я думаю. А в чем? Вы так долго думаете? Наверное, об чем-то очень уж важном.
Вы, наверное, думаете, что я вас не разгадал, да? Да вы же разыгрываете партию ласкера на турнире Скапотланка в Петербурге. Я не знаю никакого ласкера-шмаскера. Но если вы не походите, я уйду спать. Дедушка, он опять волынет, да? Здравствуй, Ося. Здравствуй, дедушка. Ося, вот только не надо, я тебя умоляю, вот этих твоих идиотских шуток. Да какие шутки, Лёва? Тут же ж два хода и спёртый мат. Ося, вот это еще неизвестно. Ну, может быть, тебе неизвестно? Кончай потеть разговор. Соломон Яковлевич. Ну? Ну, может, мы отложим партию? Ой. А то нам все время кто-то мешает. Лёва, мы ее играем уже вторую неделю, и все никак. Все, я пошел спать. Ося, зайдешь? Зайду, дедушка. Ну? Надо, чтобы ты японцу передал несколько слов. Я тут при чем? Вот сам иди и передавай. Лёва, ты не умничай, а слухай сюда. Когда у него свадьба? Послезавтра, а то он тебя не пригласил. Скажи ему, свадьбу надо отменить. Что? Что слышишь? Далее мы не можем. Они обнаглели окончательно. Японца нужно арестовать немедленно. Немедленно. Тем более такой случай. Не верите? Хотите сказать, что я пустой человек? Вы смешной, говорите глупости. То есть вы думаете, что майский звонит, да? Так пойдемте до меня, Софа, и я вам все расскажу о своих чувствах. Вот вы меня тогда узнаете. Я не подумаю. Да? Я про вас столько интересного слышала. Интересного? Очень. Да? Софа, ну так у меня еще много интересного есть. Ой, Лёва, не смеши.
Пишите, пойдемте танцевать. Пойдемте. Где это чудо? Это жуты. Что вы танцуете, скажите? Да вы не еврей, но вам надо, вас затопчет. Да кто меня затопчет? Вы что, свадьба же? Скажите, Сенечка, вы поведете меня пройтись? Ну, поведу, почему нет? Ты так красиво, скажите. Да. А вы поведете меня еще раз до Фанконь? Да поведу, успокойтесь. Ну, хорошенький, Сенечка, я вас покусать хочу. Какой вы хороший. Маришка, прекратите меня уже щипать, у меня же вся рука синяя. Да не могу я. Слушайте, я вам после вашу руку помажу, и она пройдет. Хорошо? А до синема поведете? Да мы же послезавтра. Хорошенький. Значит так, всем переодеться в штатское. Подходить тихо, двумя командами. Там наверняка дозорные, так что главная задача – внезапность. Нам в помощь выделены 20 человек, они присоединятся на месте. Оружие держать наготове, в случае сопротивления бить на повал. Вопросы имеются? Господин полковник, там же народу крови будет богато. А вы не в народ стреляете, Башко, а в бандитов! Есть не в народ, господин полковник. Главное взять Винницкого. И здесь не церемониться, живого или мертвого. Господин Тор, вы пойдете с первой командой. Слушаюсь, господин полковник. Як, сын, и хлопи не переловиш. Башко! Слухаю! Чо ляси точим? Чо ляси точим? Легче! Я верман. А что вы ничего не кушаете? Возьмите рыбку. А давно бы я кушаю, я все кушаю. Да я видишь. Вон куричьи пупочки, ну те, которые на вас смотрят, любые. Знаете, у вас такой зоркий глаз, что вы видите все, что я кушаю, что я не кушаю. С привычкой. Замешаньку давайте, замешаньку. Господа и дамы! Люди, ша! Тихо там! Ну тихо, я вас... Слушай, ша, ну что вы как заведенные, а? Ну на самом деле! Ша, пошел, да кому сказал? Дайте сказать. Дорогие гости, дорогая Цилечка, Миша, дорогие родители, я не сильно умею сказать, но хочу. Миша, брат, мы с тобой вот с таких вместе. И ты знаешь, что мы с хлопцами за тебя... кого хочешь ударим. Ну и за Цельскую, конечно, что же. И сегодня такой праздник, такая радость, что если какая-то сволота хочет его спортить, то пускай утрется. Горько! На базаре шум и гам, всюду разговорчики. Кто-то шопнул чемодан и поел лимончиков. Ай, лимончики, мои лимончики, вы разёте у Сони на балкончике. Ай, лимончики, мои лимончики, вы растёте в Сонином саду. Thank you.
быстрее, быстрее! Пашко! Я? Командуйте построение! Становись! Господин Тор, а что вы стоите? Командуйте вашим людям. На выход. Что вы медлите? Пора начинать. Господин капитан, так уж началось. Что? Вот. Что это? Что это? Пожар. Я вижу, что не наводнение. Пашко! Воды! Тушить! Полез, как ты и сказал. Меня взяли и в холодную. А я дверь керосином облил. Так. И на стенку тоже. Mm-hmm. Так, потом спичку кинул. Так полыхнуло, ты бы видел, а? А мы... Слушай, дальше. А мы как заорем? Mm-hmm. А эти драконы, они тушить кинулись. А куда там тушить? Ну, нас повыпускали. Так народ разбежался кто куда. А я остался, ну, посмотреть тоже, как они бегают. Пойдем, поглядим быстрее. А куда пойдем, бандилы? Иди переоденься, а то мамаша сейчас увидит, она нам устроит. Давай, 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 давай. Сижу сам себе на балконе, пью кофе. И вдруг слышу, шкварчит. О, думаю, той на кухне, потому мама решила пожарить курочку. А как моя мама жарит курочку, это не надо говорить, это надо кушать. Особенно ж курочку, это... Снова нюхаю. Нет, то не шкурочка, то не курочка. Выбегаю на улицу, мама родная, оно горит. Той полицейский участок, ёперный театр, а вокруг бегают эти несчастные из полиции. Я чуть не заплакал. У меня тоже есть сердце. Но я, господа, я таки не заплакал. И вы спросите меня, почему, Ёника, я вам отвечу, почему? Потому что, когда человек решил пожениться, то надо прийти к нему на свадьбу. Надо выпить рюмку водки за его счастье, а не устраивать ему облаву от подлой души, потому что Бог не фраер, господа. А кто думает, что Бог фраер, тот глубоко ошибается. Вот я вам скажу. Ой, Одесса, мама, бис ты таер, бис ты гид. Ой, Одесса, мама, Ой, Одесса, мама, бис ты таер, бис ты гид. Ой, Одесса, мама, гвалтик бейт но дим. Я тики-тики-тики-тики-тики-тики-тики, як тики-тики-тики-тики-тики-дам. Я тики-тики-тики-як тики-тики-тики-тики-як тики-тики-тики-дам. Я тики-тики-тики-як тики-тики-тики-як тики-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 
мама, пистешейная панорама. Кабан!
Доброго здоровья, ваше высокоблагородие. И что вы скажете на такое горе? Это же кошмар, что такое. Ай-яй-яй-яй. Пойдем мы, а то у людей такое горе, аж не угодно. Такое горе, такое горе. Да пойдем ты в гости. Совершенно очевидно, пожар начался не случайно. Это очередная подлость японца. Камеры пришлось открыть, иначе могли быть жертвы. Таким образом, ваше превосходительство, большая часть заключенных разбежалась. Участок удалось погасить. Но операция по задержанию Винницкого была сорвана. Это все на сегодня? Никак нет, в приемной посетитель. Извините, скажите, что приму завтра. Алексей Николаевич, осмелюсь доложить, это человек из Киева. У него рекомендательные письма от начальника контрразведки главнокомандующего генерала Алтунина. Офицер? Никак нет, штатский, но в своем роде интересный персонаж. Ну хорошо, просите. Есть. Прошу вас. Ваше высокопревосходительство. Имею честь рекомендоваться Ржевский Раевский Борис Анатольевич. Чем могу быть полезен, молодой человек? Ваше высокопревосходительство, полагаю, это я могу быть вам полезен весьма? Более того, имею смелость предположить, что я вам просто необходим. Прошу вас. Генерал Алтунин пишет, что вы оказали неоценимую услугу нашей контрразведке в Киеве. Александр Евграфович слишком добр. Ну, как-то вот не сообщает подробностей. Так ведь и дельце выдалось деликатное. Доверять бумаге нынче верх легкомыслия. Кстати, наш поезд дважды останавливали какие-то опереточные оборванцы. Впрочем, пулеметы в их бричках выглядели убедительно. Да. С уходом немцев на железной дороге крайний бардак. Да-да. А ты что в Киеве? В Киеве? Ликвидация большевистского подполья на заводе «Арсенал». Ну, я слышал об этой операции. Какова цель визита? Я предлагаю вам свою помощь в наведении должного порядка в Одессе. Каким образом? Самым решительным. Ваше высокопревосходительство, я в курсе ситуации в Одессе. И имею смелость предположить, что в кратчайшие сроки смогу ликвидировать банды. Имея необходимые полномочия, разумеется. Генерал Алтунин пишет, что вы начинали у графа Хвостова. Личным секретным агентом министра. О, Балканы. Вести из театра военных действий. Репортажи. Шпионили? Всего понемногу.
Алексей Николаевич, моя жизнь полна ярких событий. Я даже, знаете, думал книгу издать на манер Максима Горького, но вот как-то руки не доходят. Господин Рыжевский, я не люблю авантюристов, но давно знаю генерала Алтонина и ценю его мнение. Я подумаю над вашим предложением. Вы свободны. Генерал Алтонин рекомендует этого ракомболя как человека, лишенного всяческих принципов. Аморального, но эффективного. Ну и как вам этот хлюст, капитан? Безусловно, проходимец, ваше превосходительство. Но... Но... Именно что но. Так, а ну стойте! Куда вы несете, а ну бросьте? Циля, пожалуйста. Так, вот это чемодан, Миша, а вот эти кусочки на мою комнату, понятно? Цили, смотри. Столик. Губки будешь тут красить. Ты не понимаешь. Что я не понимаю? Ну, это же все кончится. Нам придется возвращаться, и опять будет все ужасно. Цилечка, ну что будет ужасно? Ничего не будет ужасно. Вон, смотри. Эти же тоже не настоящие. Так это здесь и сейчас. Да. Что будет потом? Потом. Потом будет потом. Это все? Так точно. Остальные в городе. Да. Невелико святое воинство. Ну что, чудо-богатыри, не жарко? Скоро будет горячо. Будьте благонадежны. Вот что, братцы, займитесь-ка чем-нибудь полезным. Разойдись! Вижу, что не нравлюсь. Но ведь я не червонец, чтоб всем нравиться, верно? Ставьте этот балаганный тон. Балаганный? Арестантов распустить насмех всей Одессе – это не балаган? Вы не смеете. Это была вынужденная мера. Бросьте! Это был позор. Полиция, конечно, не гвардия. У вас же не принято стреляться от позора. Впрочем, вас я не осуждаю. Молодая супруга, могу понять. Но вот генерал-губернатор не столь сентиментален. Так что сегодня вся полиция города в моем полном подчинении. Не обижайтесь, полковник, давайте работать. Thank you.
Багрицкий. Все проверяет. Никакой не дома. Руки. Семенович, тише, тише. Спокойно. Уберись, револьвер. Ну, вдруг выстрелит. Зачем вам такие неприятности? Ося, что происходит? Мадемуазель, позвольте представиться. Ржевский, Раевский, Борис Анатольевич. Кстати, ваше высокое начальство с недавнего времени. Тор. Осип Эмильевич. Зоя. Зоя. Очень приятно. Зоя, вы видели, как ловко он меня? Осип Эмильевич, а где же я проколоться-то успел? За углом. Борис Анатольевич, кофе. Осторожно, горячий. Благодарю. Осип Эмильевич, у вас прелестная сестра. Я читал ее стихи. Да? Настоящая поэзия, чувственная, непосредственная. Спасибо, благодарю. Я обещал Алмазову в кратчайшие сроки изменить ситуацию. Полковник Гиловани, конечно, душка, но человеком уверенным и решительным его не назвать. Или я ошибаюсь? Осип Эмильевич. Я навел о вас справки. Без такого знатока преступного мира, как вы, мне не справиться. Но есть одно но. Крошечное, но крайне неприятное. Первая задача – ликвидация артели японца компании. А что это там такое, Соф? В последнее время японец творит такое, что это верх наглости. Нужно с ним решать. И тут возникает вопрос. Могу ли я, Осип Эмильевич, положиться на вас? Ося! Значит, молодой человек пришел не за квартирой, а за советчиком. Тетя Доба, он пришел не за квартиру. Я извиняюсь, если вы пришли до Соловейчиков, то его квартиру уже смотрела Хацкель, да? И мало что смотрел, он дал уже задаток. Но я точно знаю, что Исаак Рубенчик имеет две комнаты под жильцов. Все, я сильно извиняюсь. Я знаю ваше отношение к Винницкому и все понимаю, поверьте. Но тут придется выбирать. И поэтому, Осип Эмильевич, мне нужен честный ответ. Со мной ли вы? Я обратно извиняюсь. Ося, а ты не слышал, что там про Мойшу? Нет. А ему еще не приходят, а мама все равно на нервах. Вы же ему опять устроили вырванные годы. Угощайтесь. Вот из чего. Вы же так повыносили из дома все, что может, даже лишнее. Ты бы им сказал, чтобы они уже остановились. Ты как скаженные. Японец, японец, японец. Я наблюдала за ними на свадьбе. Циля была невеселая. И скажите, чего быть веселой, когда два человека вынуждены жить неизвестно где? Чего а раз думала? Так... Все, ушла, ушла, меня уже нет. Осип Эмильевич, это... Да.
вами поработаешь. Никак нет, ваш брат. Сиди, сиди. Двое сиганули в подпил. В коридоре, мать их. Мабуть, господин капитан их принял. Чьи они? Та акулы, хлопцы. Та тут уж не в пересыпи. Двоих упустили. Как изволите понимать, упустили. Да, они из подвала вылезли. Мы не ожидали. Они сразу стрелять начали. Тарасов убит. Наповал. Этих расстрелять. Как расстрелять? Всех расстрелять? Эти люди оказали вооруженное сопротивление. Полицейский убит. Унтер-офицер ранен. Может, у вас есть другие предложения? Так точно. Никак нет. Но всех? Всех? Командуйте, капитан. Я не могу. Почему мы? Ясно. Башко, я ваш брат. Выполнять приказ. Или у вас тоже особое мнение? Я. Как скажете, ваш брат. А ну становись! Три облавы за ночь было. Людей похватали человек 20, а то и больше. И все акуловские, на Пересыпи. А во дворе на Греческой тоже акуловские, четверых нашли. Так те вообще все в дырках и с головами простреленными. Шикарный вид. А что они так залютовали? Да я знаю. Так до них начальник прибыл с самого Киева. А что за пупырь, а? Не знаю. Видали его в кафе на Дерибасовской? Весь из себя такой важный. На Соснова не похоже вообще. И с ним два дракона ходят здоровых. Интересные дела. Ну а наши шо? А шо? Сидим тихо, никого не чипаем. Ну вот и хорошо. Мы вот до тебя приехали, хотели узнать, что дальше делать. Дальше? Делаем так. Дальше тоже сидим по-тихому. Нехай сыскные перебесятся. Ну а с этим киевским будем посмотреть. А я пока тут. Или у меня медовый месяц, или как. Посижу тихо дней 5, если цели не упрется. Да хоть скупаюсь. А то лето идет, а мы без почину. За старшего Изя. А я? А что? А ты за себя. А если что, я рядом. Здравствуйте, господин Тур. Проходите.
Господин Ржевский, почему я не участвовал в ночной операции? Василий Павлович, вы присаживайтесь. Господин Ржевский, почему вы скрыли от меня, что готовятся облавы? Что ж вы горячитесь? Ну, скрыл. Да, скрыл. Я хотел, знаете, познакомиться с вами поближе, чтобы вводить вас в жесткие операции. Если вы мне не доверяете, я готов подать в отставку. Ну вот, обиделись. Ось Пемель, что же мы с вами как дети? Хотите откровенно? Угу. Да. У меня были некоторые сомнения. А вдруг вам не понравятся методы моей работы? Они мне не нравятся. Людей нельзя расстреливать без суда и следствия! Можно, Осип Ильич. Можно и даже нужно. Это не люди. Отцацкаться с бандитами никак не входит в мои планы. Более того, это только начало. Я имею все полномочия от Алмазова и при необходимости могу использовать войска. Так что, Осип Ильич, зная ваши слабости, настоятельно вам рекомендую определиться в кратчайшие сроки. По-моему, это справедливо, как считаете? Шалом, дядя мой. Шалом, шалом. Шо, Мойша? Не заходил? Дядя мэр, вы меня знаете. Если мне нужен Мойша, так он мне нужен по делу. Откуда бы я знаю, по какому такому делу он тебе нужен? Важное дело. Где мне его сыскать? Ты сыскной. И твое дело ловить таких, как он. У меня нет на тебя сердца. У меня на него сердце. Что он босяк. Ну, он мой сын. И серчай. Я не знаю, где мой сын. Дядя мой, если Мойша забежит, ну или как? Скажите ему, чтоб съехал с города. В городе будет опасно. Степ, давай анекдот. Деньги. Смешные че такие. Тебе пушку дали? А ты смешно умеешь. А то. Ну, прави. Тебе пальчики морем пахнут. А ты не бритый. Здрасте. Я ж брился с утра еще. Так уже вечер. Миш. Правда, давай уедем. Опять здрасте. Поселимся где-нибудь на берегу моря. Где-нибудь на берегу Бискайского залива. Какого? Бискайского. Правда, красиво звучит? Неплохо. А где это? Во Франции? Купим домик прямо на берегу моря. Как здесь.
Почему не здесь? Потому что там нет революции, нет войны. Там тихо и спокойно. А мне там что делать? Не знаю. Да все, что захочешь. Главное, никто не будет тебя там ловить. И все будет. Ты что, с ума сошел? Чуть заикой не сделал. С откуда вы ты тут? Вот решил заехать, поглядеть, как вы тут устроились. Здрасте, Цылечка. Здравствуйте, Изя. А там вас папаша вовсю шукает, чай пить. Правда? Ну что, я пойду? Ну, иди. А мы тут погуляем, и тоже. Хорошо. Ну. Ты за Левой там смотри, чтобы он до Софочки руками не лез. Конечно. Что стряслось? Да что ты вовремя съехал. По всему городу до облавы. Народу похватали, страх. Да пальчик говорил мне. Да что мне пальчик говорил? Сейчас 100 раз хуже. Патрулей в городе втрое, чем всегда. Знаешь, кто попал? Взяли несколько человек. Сидят кто в участке, кто в замке. Слава богу, не побили. Других побили. Наши пока все целы. А командует за них этот, из Киева. Ржевский его фамилия. Раевский. Я тебе говорю, командует у них этот, из Киева, Ржевский его фамилия. Ты мне говоришь Раевский. Так потому что с Киева Раевский. Нет, потому что с Киева Ржевский. Раевский, я тебе говорю, я тебе говорю, с Киева Ржевский. Да Раевский, я тебе говорю. А, Ржевский, ну, это не важно, я тебе говорю за главное сейчас. Ну? Значит, я у Герша был на сходе. Герш тебя хочет. Там все собрались. Цыган, Пятирубль, Акула. Акула опять стал на тебя гавкать. Что ты свою шкуру бережешь, когда людей бьют. Вот он не уймется никак, слово. Да это ладно. Говорить, надо японца подвинуть. Ерш его, правда, осадил сразу. А потом задумался. А потом сказал, пускай Миша придет. Да они что, сговорились, что ли, мне жизнь попортить, а? Ладно, завтра с утра поеду. А ты что, не заночуешь? Да не, поеду. Я вон пиндоса с Глихбергом привез. Нехай останутся. Мало ли что. Да нехай. А то б заночевала, завтра с утра скупались бы. М? Поеду. Лыхай. Thank you.
Простите, а вы кто? Цели на пол! Цель. Все. Все, все. Миша, что? Все хорошо. Мишенька. Я так испугалась. Что это? Миша. Живой. Что там? Царапка. Миша. Миша, я ничего не вижу. Лёва, ну как? Ну, конечно, не видишь, дурной. Ты же без очков. Ну, вот так видишь? Да. Ну. Больно. Где больно? Вот здесь. Да. Больно. Софочка. Здесь. Да. Ну, конечно. Осторожно. Цели, его перевязать надо. Все хорошо. Просто, давай. Раненый, подожди, подожди. Он раненый, слышишь? Подожди, все нормально. Ты главное, держись, Лёва, да? И на меня смотри. Взяли его на диван быстро. Какой диван? Ну, мы же там все кровью испачкали. Давай, я сказал, бери! Давай! Лёвчик, ты как? Нормально, на вылет пошла. Он как? Сильно, сейчас. Как он? Сень, ты Стёп. Отвезёшь их домой, сам беги на майорчик. Скажи, чтоб с пальчиком бежали я держи. А я буду позже. Здорово. Тут такое дело. Мы рванули, а то помрет еще. А вы потихонечку. А я как только... Поезжай. Трогай! Гранаты, Герш. Вот такое вот с добрым утром. Хорошо кровать дубовая, а то бы на куски порвал. Цыган, что ты скажешь? Такое акулу учинил. За такое резать надо, как он учинил. Как хочете, Герш. А акула жить не будет. Акула неправильно сделал. И все одно
Не время зараз промеж собой воевать. Я сказал свое слово, и я не отступлюсь, Ерш. Сядь, не сковчи. Акулу после зарежем. Сейчас за другое думать надо. В городе погано, людей хватают, бьют. Надо дать этому из Киева. Он не хочет брать, Герш. До него ходили, а он сказал, что не хочет. Нужно столько дать, чтобы взял, чтобы не мог не взять. Проскинь мозгами, с какого боку подойти к этому чудаку. Да я пораскину, но я хочу акулу. Я сам скажу акуле, что пришел. Не придет акула, его можно резать. Его каждый может резать. Его свои могут резать. Такое мое последнее слово. Почтение, Ерш. На, попробуй моего. Ну что, помер? Приставился? Упокой, Господи. Это ж не Лёва. Напрыгался? Мало тебя продырявили. Надо бы еще голову отбить напрочь. Что, больно? Ты что думал? Скажи спасибо, что лежишь. Иначе б я тебя сам покалечу. Говорил я тебе, не липни ты до японца. Шусь. А до кого ему липнуть? До тебя, что ли? О, смотри, какой смелый. И целый. А этот придурок лежит располосанный. Хватит уже, а. Закройся. А ты иди отсюда. По-хорошему. А то что? Арестуешь меня? Миша. Иди отсюда. Если б его, я б тебя... Я виноват. Ты меня самого чуть не грохнул. Что твое дело? А его за собой не таскай! Слушай, не умничай, ладно? Что? Что слышал? Устроили с вашим киевским. Похватали людей почем зря. Это как? А то, что от таких, как мы, по городу ходить нельзя, это как? Правильно хватаем. Порядок нужен, понял? Ося, я прошу. Лёва, замолчи свой рот! А сколько вы людей положили? Почем зря? Не людей, а бандитов. Бандитов? Бандитов. Так я, может, тоже бандит? Может. Так и меня, может, бросить? Вот, а? Может, ребята, вы что, совсем сдурели, а? Тихо, я прошу, что вы делаете? Лежите! Лёва, лежите ровно. Ребята, вы совсем сдурели! Миша! Гуля, останови ты их! Да что вы творите? Я не понимаю. Миша! Ося! Вы тут что делаете? Деретесь, что ли? Лиза, Совочка, вот встретил старого друга-приятеля. Здоровкаемся. Ага, вижу. А ну идите отсюда. Идите, быстро. Быстро, идите. Лёва, я позже зайду. Идите. Забудь за то, что мы с тобой знакомы. Давно забыл. Ну и пошел ты. Пошел сам. Это еще что такое? Эй! Забирайте. Это ваше? Чтоб я больше этого не видела. Ты хохол передал. Забирайте, не надо. На здоровье. Сами пейте на здоровье. Лёва. Софа. Лёва, как вы себя чувствуете? Вам очень больно. Да, мне очень больно. Я вам тут стихи сочинил. Правда? А много? Да так.
Два. Два? Спасибо. Ну что? Ты не знаю. Ну и как вам все это? Нравится? Ты за что? За то! Хватит тут плевать, майорчик. А что такого? Да ничего! Прибери! Вот интересное дело. Сначала Додя с грошами потерялся, и никто ничего не знает. Теперь вот гранату мне в кровать. И опять никто ничего не знает. Никто ж не знал за виллу, а? Никто. Никто. А акула знал. Пальчик, это же ты нанимал эту чертову виллу. Ну я. Ну и как тебе все это? Да никак. Прекрасные. А ты что молчишь? А что я? А я не знаю, что ты, майорчик. Только я тебе говорил, заночуй, а ты съехал. А мне гранату в кровать. Куда ты съехал среди ночи? Что тебе так приспичило в городе, а? Ну и что ты на меня думаешь? А на кого мне думать? Юля, посмотри. Гликберга вон завтра хороним. У Майского две лишние дырки. Да никто ничего не знает. А пиндос? Все? Я говорю, пиндос. Я с ним ездил хату нанимать. Может, он. Может, пиндос. Только пиндос самого чуть не положили. Миша, Миша, там это... Циля, ну что ты сюда пришла? Мне нужно поговорить с тобой. Ну а зачем здесь? Я же говорю, здесь я работаю. Ну не надо сюда. Иди до папы, а? Я не уйду, пока я с тобой не поговорю. Миша. Ну что такое? Я больше не хочу так. Как так? Я просила тебя уехать. Лёву чуть не убили. Нас с тобой, нас всех могли убить. Ты честно, не убили же. Мне такая жизнь не нужна. И любовь мне такая тоже не нужна. Не нужна? Нет. Или ты со мной, или... Или что? Или я тебе больше не жена. А ты мне не муж. Ну тогда иди. Что? Что? Ну иди, что ты встал? Ну раз так, иди до папаши, ну. Все, разговор окончен. Гуля, уведи ее, а. І що? Зранку вже причастився. Трясся твоєї матері. Я скільки раз просила тебе за райчика підправи, я? Ну і що? Я і сказав що? Підправлю, знаєш, я такий, що підправлю. Підправлю? Коли це буде? А? Ну коли? Хоч би дрючка якого підставив, а то як завалиться та холупа, то що буде? Там же ж дрова усе. Ну що? Дошку куплю і підправлю. Ага. Ой, дошки куплю. Ой, ну коли це буде? Коли? Як рак свисне? Купую. Завтра. Завтра підправлю. Завтра. Мабуть, в тебе і гроші є на ці
вот все как было. А чего ж пришла? А то, что дурна была и разумная. Нет! Потому что ты меня кохала, а скакала. О! Шо? А? Кто? Я? Ну, не я ж. Да что ты таке кажешь? Алюся, сонечко. Алю, Христом Богом прошу. Дали чарочку. Чарку? Малесеньку. Та смоли тобі гарячу, а не чарку. Є ж яєчко. Ну налий. Ну налий чарку. Що нема? Як нема? От як так нема? Шикарний нема. Від. Вчора відро приніс. Відро. Відро ти приніс. Ну. Папашу на оправку повели. Даже по нужде с конвоем. Здрасте. О, Сеня карапет чешет. Да Мэрики намылился. Вот же ж повело кота. Чемерики, ты дома? Дома-то она дома, только нельзя сейчас до нее. А что такое? Нельзя. Стоять, руки! Руки стоять, сказал. Я ж сказал. Селин, ну вот что вы мне перлись, как будто не знали, что у нас засада. Галя, ну что ты не сказала ему за засаду? Вот нельзя было сказать. Да я ж сказала, вот что Богом клянусь, сказала, и не слухал попер, я глухонемый. Сенечка, не переживайте. Шо? Может, придет и вас спасет. Что? Мама, Сеню увозят, все, сон накрылся. Оце дожились. На рідного батька с крыши дивиться, ага. Да. Или с этим надо что-то делать, или добром это не кончится. Что, не барашись? Подождите, Сенечка, я там пирожков положила покушать. Возьмите. Ты как куда мне взять руки связаны? Зал не положено. Что? Подождите. Все, 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 пшел. Все, ладно. Пошли, карапета выручать надо. Да куда выручать? Кругом же драконы. Да ничего. Я знаю, место мимо не проскочит. Мам, не ходите до ветра, там волны, все. Это Сень. Сень! Я смотрю, мы его шукаем, а он тут гуляет. Руки! Шутишь? Брось волыну! Да брось, дурак. Пристрелюсь. Да убери ты, не дай бог, пальнешь, не знаешь, что с тобой делать. А вы шо? Да Антон, в кашпо. Поздоровкались, да разбежались. Шо ты? Хлопцы, вы хоть стрелять не будете? Да с чего мы будем стрелять-то, а? Типа, ну что ты стоишь дурниной, ну? Ладно. Побалакали, да разбежали. Хлопцы, вы хоть волыну верните. Что делать? Мне ж бошку оторвут. Да не скафчи. Степа, дай нога. Пошукаешь, найдешь. И не вздумай мне тут свистеть. А то скажу Степе, он тебе ту свистульку засунет куда сам знаешь. Руки опусти. Карапет сказал, что завтра его стрелять должны будут. Да с откуда он взял? Да дракон тот сказал. Сказал, что завтра их всех за город вывезут и в расход пустят. Не, ну с этим надо что-то делать. Да. Да прошу! Да пуститель! Пуститель!
Господин генерал, скажите ему, нехай отпустит, у меня для вас письмо важное. Отпусти мальчишку. Капитан, разберись. Есть. Что за письмо? Дай сюда. Не дам. Сказано генералу в руки. Ну, мне отдашь? Где мальчишка? Ржевского ко мне. Господин генерал-губернатор, мы предлагаем вам перемирие и к тому же готовы его оплатить от всей души, как вы даже не можете себе представить. От лица жителей Свободной Одессы Михаил Японец. Что скажете? Ну, написано вполне убедительно. Стиль хромает. Зато мысль изложена предельно ясно. Меня интересует, как вы, ваше высокопревосходительство, собираетесь реагировать на подобное заявление? Как полагаете вы? Я полагаю, что военный диктатор Одессы не может вести переговоры с диктатором бандитов. Написать такое письмо – верх наглости. Написать ответ – глупо. Ошибаетесь. На письмо ответить надо. Я отвечу. Борис Анатольевич, вы уже проявили себя как человек решительный. Я готов предоставить ваше распоряжение войска гарнизона. Кто из наших еще есть? Ваша любимая. Благодарю. Ваше высокопревосходительство, я с вами полностью согласен. Мы наведем относительный порядок в Одессе. Но я прошу вас, вы поймите меня правильно. Ведь это все ненадолго. Позвольте говорить откровенно. Ступай, братец. Ситуация на фронте крайне серьезная, если не сказать аховая. Неделя-другая, и красные возьмут город? Да как вы можете такое говорить, Алексей Николаевич? Вероятно, возьмут. Но не это самое страшное. Хотите, я скажу, что мне представляется наиболее ужасным? Это то, что мы обречены. Народ пойдет за красными, не за нами. Это очевидно. И
И в том, что наш крах неизбежен, я почти не сомневаюсь. Ваше высокопревосходительство, тогда возникает вопрос. Зачем? Очень просто. У офицера и дворянина нет выбора. Бороться до конца. Каким бы он ни был. Ваше здоровье, господа. Ваше здоровье, генерал. Что у вас? Да на третьем этаже засели. Мы уже полчаса пытаемся уговорить, чтобы вышли. Сколько их? Не знаю. Прикрывай! Ух ты! Что? Святое воинство, почему не берем? Никак невозможно, ваше благородие. Сквозь дверь палят дюжи. Кто там? Макота, если вы еще трое. Одного подстрелили, кажись. Макота, не стреляй! Слухай сюда! Сдавайся, Макота! По-хорошему сдавайся. Пока никого не был жив, выходь, живой будет. Ты кто? Башкоя, выходь! Стрелять не будем, ты ж меня знаешь. Брешешь, Иван Капитоныч! Хочешь, побожусь? Своих убери на двор! А там и побачим! Господа, послушайте! Не хотите выходить, не выходите! Меня впустите! Ваш друг! Поговорим, может, добром кончим! Это кто такой смелый? Я здесь главный! Пустите! Заходь, только плетку поклади на пол. Тут и без дурости. А мы в дынку побачим. А когда поезд уходил, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. Послушайте. А поезд чух-чух-чух. Чух, огни мерцали. Огни мерцали, когда поезд уходил. Что? Вы Макота? Я Макота. Руки опустить позволите? Стоп. Опусти. Только по-тихому. Ну еще вы меня скажете. Такой красивый. А о чем мне с вами разговаривать? С покойниками. Что? С какими покойниками? Смотри. На два куча! Ложись! Делаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. Хочет. И в пижаме такой смешной. Я ему говорю, вы покушайте, а то не выздоровите. А он говорит, зато я исхудаю, и вы меня полюбите. Представляешь, Циль, какой смешной. Циль. Циль. Смешной. А мне кажется, я уже его полюбила.
Глупости не думай. Чего это глупости? Думаешь, только тебе можно полюбить? Я никого не люблю. Как это? А Миша? А его меньше всего. Просто вы поругались. Не просто. Я совершила ошибку, не хочу, чтобы ты тоже. Ну, Лёва же не бандит, как Миша, он писатель. Все равно глупости не думай. Просто ты злишься. А Миша, между прочим, может, даже сейчас страдает. Не страдает. Так, давай вставай. Мне все равно, что он думает. И вообще, мне все равно. Где он? Что с ним? И хватит этих разговоров. Пойдем уже спать. Ой, ну пойдем. Прям как чувствовал, что с того письма ничего не выйдет. Он генерал-губернатор, а мы кто? А мы тоже небосоты подзаборные. За нами силы, и то немалое. Ага. Шравнил. То генерал, а то ты. Что генерал? Может, я сам себе тоже генерал. Если я генерал, как у меня вера холодная. Да, Изя. Генерал из тебя никудышный. И вид у тебя задрипанный, и рожа вся в яйцах. А только вот мне обидно. Вот обидно мне и все тут. Ну что, он не мог ответить, что ли, а? Алмазов этот. Да будь он сам бриллиантовый. Он что, войны хочет? Так мы ему устроим вырванные годы. Может быть, сахарку? Ваше высокопредставительство, ваша газета. Что-нибудь еще? Благодарю. Что дают в театрах города? Аппетита, ваше высокопревосходительство. Такое хорошее утречко. А утро и правда замечательно, Алексей Николаевич. Уходим. А в Москве уж поздно, дожди. А здесь? Шейтан! Пошли! Куда они взялись? Уже почти всех побили, а тут эти. Ушел генерал. И вот тут пост татарин с собой, а гранаты прикрыл. Ладно, после побалакаем. Тихо! Ой, Одесса, ты сама мама, смешей на это на рамок. Вау, ты бей, дом. Тикаем, кто куда? Тихо, бей, из ни бульвара, ты на шей на тротуар. За мной! Понял! Ой, Одесса, мама! Я извиняюсь. Пардон, барышня. Вы революционер? Чего? Вы революционер? Ну, вроде того. Так давайте, давайте. Да прячьте же скорее, прячьте сюда. Скорее. Помогите! Помогите! Господин полицейский, сюда скорее! Шикарный. Господин полицейский, как хорошо, что вы тут оказались. Там бандит. Где? А, значит, он как выскочит с револьвером. Где он? Он меня толкнул, я упала. Черт побери, мадемуазель, скажите, куда он побежал? А вот туда побежал. За мной! За мной! Сатрапы.
Выходите. Скорее. Ой, вы ранены. Да это ногу подвернул тут. А вы? Вы вот туда бегите, вот туда. Ага. Ну вы прям это... Проход есть. Артистка прям. Передавайте товарищам революционный привет. Спасибо, товарищ. Не дергайся. Миша, а, живой. Да живой. Что с ногой? Да подвернул, что ли. Что, Яша, надавали нам по соплям? Да. Троих положили наших. Да ты шо? А майорчик здесь? А-а. Не дай бог, что с майорчиком. Да, натворили мы делов. Теперь такое начнется, что хавайся. Подожди. Мы же съедем с города, пока не поздно, а? Да? А там посмотрим, что как. Вернемся. А с народом что делать? Шо тебе народ? Их кудой. Не, Яша, так не годится. Что там у вас? Пристрелил? Який там? Через двір тікава, там бабка, як зюмінка у торті новогоднім. Я сюди-туди через лужу на гак наскочив. Матір! Боже! Що він молотить там? Та заноза у нього. Яша, за цю квартиру хто знає? Ніхто. Барський знає. Циля. Значить, всі. Можем поменять, конечно. Но сейчас же сам понимаешь. Да куда еще менять? Гуля! А? Ты как стемнеет, сходи до Аверманов, узнай, что там да как. Ага. Изя! Живой! Еле пробрался. Сымай. Там такое. Солдат на каждом шагу. Фу. Ты как? Чуть не встрял. Слава богу, чудачка одна выручила. Слухайте сюда. Значит, кого увидите, скажите, чтобы все попрятались. Кто может съехать с города, пущай съезжает. Про все забыть, пока этот Алмазов не перебесится. Ну, а не перебесится, так нехай. Красные на подходе, через недельки две-три. Так на так Одесса будет наша. И забудем про эту глупость, как за страшный сон. У женщины какая-то прядь вылезает из-под шляпки. Это чудо, как хорошо. Здравствуйте, Циля. Мое почтение, месье Верман. Здравствуйте. Костя, что за шутки? А где Миша? Вы не могли бы здесь погулять немножечко? А что мне остается? Мне говорят, проводи в городской сад, я провожаю. Мне говорят, погуляй, я погуляю. Газетку не хотите? Папа. Цели, идемте. Костя, куда мы едем? Туда, туда, под вековые своды, где слышится ручей, бегущий в тень. Дубрава, осторожно, так, где дышит ветерок, уснувший на листах. И тихая луна, как лебедь величавый, плывет в каких-то облаках. Пушкин не прижился. Это точно. Кстати, я вам должен кое-что сказать. Вы честно, вы ослепительно выглядите сегодня. Благодарю, Константин. Я так соскучился. Я боялся, ты не придешь. А я и не хотела.
А что ж тогда пришла? А вот и пришла. Я думал, придешь, я к тебе, а ты меня по морде. Ну что за выражение? По морде? Ну ладно, по лицу. Знаешь, как боялся. А сейчас боишься? Ну так, опасаюсь. Правильно, опасайся. А почему здесь? Почему к нам не пришел? Да не стоит пока. А то, не дай бог, выследит. Вам беспокойство. Тебя опять ловят? Не то чтобы. Да ерунда, вышел с этим генералом. С каким генералом? Да какая разница, цели. Так это что? Покушение на Гришина Алмазова, это ты? Вот это я ляпнул, не подумав. Цель. Ты же убийца. Шикарный вид. Миша, ты для своих. Не твое дело. Не ходи туда. Там засада. Что, Осип Емельевич, знакомого встретили? Да не, приятель. Симпатичный молодой человек. Осип Емельевич, пора бы мне с ним познакомиться, как считаете? Седайте, я ж понимаю, вы не просто так среди ночи. Совсем не просто. Просто совсем не. Я сейчас даже решил, что, может, я зря до вас дошел. Да рассказывайте уже, коль пришли. До вас просится один человек. Кто такой? Я не могу сказать, кто. Он просил не называть его. Но он серьезный человек, настолько серьезный, что, может быть, вам и не следует с ним встречаться. Оно вам надо, а может, следует, я знаю. Но с него можно поиметь кое-какую пользу. Кто? Что-то вы темните, Лев Яковлевич. Это так. Хотя меньше всего на свете я хочу морочить вам голову. Но он просил не называть, и я не называю. Ну, такие мои правила. Но он хочет до вас. И вы решите. Ну ладно, пусть приходит, раз ему горит. Но! Молодой человек, это у вас что, кобыла, конь? Так а вам какая разница? Нехорошо так разговаривать со старыми людьми. Когда я интересуюсь, для меня имеется разница. Это кобыла. Где же вы вбачили, чтобы у коня да никаких причиндал нема? Тихая, спокойная. Так когда надо, так тихая. Когда надо, так рысачить, не дай бог. А вам-то зачем? Так, может, я не поеду? Не, я не повезу. А что это вы не повезете? Или вы, может, извозчик? Сказал же, не повезу. Меня ж уже подрядили. А? А мне месье Барский сказал, что меня куда надо доставить. Так вы что, Жадбарского?
или нет? Давайте седайте уже. На! Почтение, молодые люди. Шалом. Я интересуюсь, кто здесь японец. А вы сами кто такой, с откуда будете? Мне таки хотелось бы японца. Ну, я японец. Вы? Мне таки есть сказать вам пару слов с глазу на глаз. А что такие секреты? А то, что или мы говорим на двоих, или я даром трачу времени. Ну что вы встали? Выйдите, старый человек просит. За этот маскарад, Миша. Не хотелось, чтобы меня узнали ваши люди. Это было ближним. Разрешите представиться? Ржевский Раевский. Борис Анатольевич. К вашим услугам. Шикарный вид. Не беспокойтесь, я без оружия. Я не беспокоюсь. Вы не беспокоитесь, что не уйдете отсюда ногами? Всякое может быть. Но мне думается, что все же уйду. Это с чего-то? Господин Веницкий.
Может быть, вы не обратили внимания? До недавнего времени все облавы велись крайне избирательно. Старался не трогать ваших людей, насколько это возможно, разумеется. Брали в основном ваших конкурентов. Вы зачем пришли? По делу, Миша, не буду лукавить, по делу. У меня к вам очень серьезное предложение. Ну? В Одессу скоро придет большой куш. Но одному мне не справиться. Дело рисковое, но если повезет, оно затмит все ваши предыдущие подвиги, поверьте. Ну и что за куш? Золото, драгоценности. Очень много золота, еще больше драгоценностей. И с откуда это такая радость? С Москвы. Из самой Первопрестольной. Представляете? В руки белому подполью попала часть конфискованных царских сокровищ. Редкая удача. Ну и что? Эти истинные патриоты России везут деньги в Одессу. Они же дурные. Они кристально честные люди, Миша. Деньги планируют перебросить на Запад, а там потратить на поддержку добровольческой армии. Ну и на сколько там этих цацок? Понятия не имею. 2 миллиона на 3 потянет. Причем, заметьте, в американской валюте, Миша. И половина всего этого добра ваша. А с откуда мне знать, что эта роскошная сказка не с вашей головы выдумана? Зачем же мне выдумывать? Не знаю. Может, вы хотите заманить? И привет. Миша, я вас умоляю. Я бы мог прийти сюда с солдатами и расстрелять вас на месте. Если вы об этом. Однако пора. Я сказал вам все, что хотел сказать. Вы меня услышали. Я обладаю информацией, когда прибудет груз и в какое место. Если вдруг надумаете. С чего это вы вдруг своих обобрать решили? А? Ваше благородие. Нехорошо, понимаю. Да уж больно деньги хороши. Миша, а что этот дедушка хотел? Такой шикарный дед, ты не поверишь. А Барский говорил за него, что он опасный. Так что он опасный? Да я сам не знаю, опасный он, не опасный. Барский говорил, что он может полезный. Полезный? Я не понял. Миша, ну правда, ну скажи уже, что он хотел. Дело предлагал, но я не знаю. Наводка? Ну, что-то вроде. Что на кону? На кону? Ваши бошки на кону. Дело хоть стоящее? Изи, сейчас не о деле надо думать. Сейчас надо думать, где сховаться. С Алмазовым этим на барагозе. А что ты лаешься? Что? Что слышал? Ну и что, не вольнули мы этого генерала? Что с того? В следующий раз вольнем. Следующего раза не будет! Ай, да что я завожусь-то? Миш! Миш!
Ну, правда, ну скажи уже, что он хотел. Сказать? Да. А не скажу. Откуда мне знать, что за это завтра вся Одесса не узнает? Или там акула? Что? Что слышал? Ты что? Ты за нас подумал? И за акулу, и за Додю ты на нас подумал? А вы что, святые архангелы, что ли? Знаешь что? Да пошел ты. Стой. А ну стой! Пальчик, а что ты взбрыкиваешь, а? Ну прости, погорячился. С дуру ляпнул, сам не подумал. Миша, ну что ты такое говоришь? Ну что ты? Ну как ты можешь? Ну все. Я уже извинился. День такой, что аж спину ломит. Мне ослабить хватку. Вы что, серьезно, Александр Жаский? Абсолютно серьезно, ваше высокопревосходительство. Значит, после того, как эти бандиты чуть не убили меня, вы предлагаете мне ослабить хватку? Именно. Вы в своем уме? Непременно ослабить, Алексей Николаевич, это необходимо. Думаю, господа полицейские меня поддержат. Господин полковник. Осмелюсь доложить, ваше высокопревосходительство, Борис Анатольевич прав. После нескольких удачных операций, когда осталось чуть-чуть надавить и все. Осмелюсь доложить, продолжение репрессий чревато взрывом. Глупости. Как я понимаю, благодаря вашим усилиям бандиты понесли значительные потери. Они деморализованы. Ну так добейте их. Это невозможно. Что? Это еще почему, черт возьми, господин... Тор. Моя фамилия Тор. Ваше высокопревосходительство. Арестованы или расстреляны около сотни налетчиков. А в Одессе их до 20 тысяч. Сейчас они притихли. Власть показала зубы, а они уважают власть. Но если перегнуть палку, эти люди ответят. Это будет настоящая война. Я не боюсь войны. Тем более с таким сбродом. Этот сброд, ваше высокопревосходительство, жители Одессы. Да, они поставили себя на другую сторону закона, но они мирное население. Войскам придется вести уличные бои. Это будет настоящая война с пушками и пулеметами. Город придется утопить в крови. Я готов. Не сомневаюсь. Неизвестно еще, кто будет победителем из этой войны. Да вы что себе позволяете? Ваше высокопревосходительство, мы непременно победим вне всяких сомнений. Но учитывая ситуацию на фронте и близость красных, не думаю, что главнокомандующий оценит наш подвиг. Вы меня не убедили, господа. Идите. О своем решении сообщу позже. Что вы так боитесь? Что ж сюда?
Я не такая отчаянная, чтобы такое кушать. Ай, куда вы уходите, дама? Дамы говорили. Буквально с тобой, что за вчера. Да, говорите, девушка, оставайтесь. Смотрите, какая-то дергает. Ва! Вот же, нормальная густа. Да. Ну вот, за воробей. Ну какой же это воробей, это же гусь. Дядька, что вы мне можете сказать? Ну бачу, а шо це? А мне же шо просил? Ви ще гуску просив купити, а це... Дорогу йде. О, риба! Ви не найдете такого пучка за такі от деньги. Покажіть. Барыш, отпустите мужчин. Нам вот эта риба нужна. О, клади, клади. Акула, Васю. Чё, идём за ним? А их там трое. Ты шо, дурно на них кидаться. Ща выследим гадюку. Потом уже постреляем. Глава! Что? Нагоним! Я гуль! Ты заметил, гадюка? Может, нагоним его, а? Кое нагоним, когда облава? Саш, нагоним, а ты готовишь документы? Текать же надо! Так а гуску, мы же ж гуску! Какая гуска, дурнина, текай давай! Кончай голос! Подстоять! Ну, нужно проверить документы, проверить! Да не дергайся, сиди ровно, сказал. А вы не дергайте. А я не дергаю. А то сейчас вам скубается и всего. Улуха отрежу. Ну, чтоб я в цирюльню пошел, а к дрейру. В цирюльню? Какие деньги в цирюльню? Да, при чем деньги? Дрейр знает, что я Мишкин брат, он бы за бесплатно сделал, еще бы с одеколоном. Побираться, как халамитник. Мама сделает почупчик. Доба, ну что, полисмены уже пришли від вас? Да, мало того, что они съели гусевого борща, так у меня еще щипчики от сахара пропали. Да сиди, сказала, ровно же. Ага, пропали. Че самой мамусе. От вылупки. Там уроды. Дороги! Ну чего?
за ними! Отставить, сапун! Догоним, Иван Капитонович! Остынь, я сказал! Пулю ты там догонишь! Глиня! Вот что, хорош! Я догоню! Ладно, черт ногу сломит! Все, пошли! Гриня! Братуха! Это Торово! Сука сыскная! Убью. Пошли. А его что, забрать надо? Нет у меня больше брата. Убили Гриню. Пошли. Боже, ой, я осторожно. А почекай, а чого ти з дрючком, тебе ногу поранив? Ну, у тети Галі у мене сквозне ранення в грудь на вилі. Льовка, скажи, а сильно больно, коли тебе с ногами засадили? Сам попробуй. Нет, иди сюда, брось свою газету. Льовка вернулся. Кто? Кто? Да Льовка из больницы вернулся. О, Лёва! Здрасте, Соломон. Здравствуй, Лёва. Сапочка, вы такая нарядная. А что ему можно кушать? Доктор сказал, что усиленное питание – это витамины. Таня, а вот умный доктор. Разъелы. Я не знаю про ваши витамины, но супчик я ему сготовлю. Бо борщ уже весь, эти уроды съели. Доброго здоровья. Здрасте. Ой, здравствуй. Здравствуй, Гуля. Лёва. Тебя что, отпустили? Да, говорят, на этом, на домашнем питании. Как это? Постельный режим. Постельный режим? Вы как? Да вы нормально. Тетя Доб, вы не переживайте, у нас все хорошо. Скажи, что, засады уже все снята? Нет, нет, у меня только щипчики украли. Ну, что ты стоишь, как дурнина? Хорошо. Давай вперед. Все, это... Тетя Доб. От Мишки. Миша грузку просил купить. Да. Ой, рыба! Какая хорошая. Мэрик, иди сюда. Что ты стоишь, иди сюда. Забирай. Пошли как раз ко мне, расскажите, что там как. Да бери уже. Ну, да не это. Рыбу! И никто никуда не пойдет. А всю картинку? Режим. Так отдай! Давай, беги, терпи. Лёва, у тебя режим. Софочка, ну на 5 же минут можно. Так идем. Пошли. Лёха, я сейчас быстренько его постригу этого бандита. Да я уже все. Пожарите, уже все. Во все, иди сюда. Да вы меня так уже отлупали. Ах ты, посяцкая твоя морда. Я сейчас скажу папе, он тебя отлупцует. Отхацка ребенок, а? Бреду по лужам, без разбора, как и по жизни, не в попад, совсем не думая, что скоро придется посмотреть назад, увидеть странное кружение случайно пройденных дорог и плыть, как прежде, по течению, куда задует ветерок, где больно, дышится от счастья, кружится голова от слез, где нет ни горя, ни напасти, лишь сладкий омут снов и грез. Браво! 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 Налейте мне вина. А вина не будет, Паковский все выпил. Да, ну что? Да, я выпил. Но я же волновался, между прочим, за вас. Какой же вы свинтус, а? Ну, скажите еще. Давайте. Хотите меня оскорбить? Вы прекрасно знаете, что у меня нет денег. У тебя их никогда нет. Мне не нужны деньги. Я поэт. Ты балбес. Ну, перестаньте все, а перестаньте. Денег действительно не копья. У меня есть. Ося, нет, Ося. Перестань. Убери. Еще не хватало, чтобы ты их поил. Не так каждый день пьют. Официант!
Принесите водки. Браво, браво, браво. Замечательно. Восхитительно. Господа, мое почтение, восьмимучить минутку. Я восхищен вашей речью перед его высокопревосходительством. Кроме шуток, вы говорили с такой страстью. Уверен, Алмазов проникся и смягчится. Отстаньте. А что вы так злы? Вы сами довели ситуацию. Ваши методы, Борис Анатольевич. Каюсь, грешно увлекся, но ведь, согласитесь, в городе стало спокойней. Но ведь и я сам понял, что пора придержать лошадей. Обидно, конечно. Я бы, знаете, расстрелял бы всю эту сволочь. Но в городе может стать горячо, а у меня большие планы на будущее, Васильевич. Ой, куда годится такая жизнь, Соломон? Так я вам скажу, куда. На кладбище. А эти дети, это же не дети. Это горе. Миша все время кто-то ищет. Миша все время куда-то прячется. Мама, думай. Мэри. Мама! Мама. Мама. Мэри хочет бандита. Может, они уже? Куда я знаю? А Берчик, это такой ребенок. Это такой ребенок, что я хочу убить его. Они дети, Доба. Все дети плохие. И все они хорошие. Они любят нас, покуда они маленькие. И забывают за нас, когда они уже большие. Мойша уже большой. Но он прислал вам такую хорошую рыбу. Так что жизнь не такая уж негодная, Доба. Пойдем. Что такое? Мы пойдем. А что там с Мойшей? Нормально. Точно? Точно. А Густмо вам пронесемо, вы не думайте. Да идите. Нет, идем. Так хай меня покрас. Дай мне эту. Дай, да. Дай мне эту луковицу. Что я говорила? Господь Помильч, куда же вы? Да решил деда навестить. А можно я с вами пройдусь? Поговорим. В таких случаях герои романов говорят, вы спасли мне жизнь. Этого зачем упустили? Осип Эмильевич, да вы романтик. Сижу одна. Грустно бледна, а тебе тоскует сердце в эту ночь.
конечно, оно же самое время. А что вот это, не глотать не можно? Майорчик, я же просил, чтобы не высовывались. Или, может, праздник какой? Хлауби. Ось я его застрелил. Тор? А как? Гуля. Мы шли, а тут эти драконы, что с Киевским ходят, и Тор с ними. Я даже не увидел. Пальба началась, и он Степу. Други мои, хочу, чтоб знали вы, я с ним посчитаюсь. И чтоб вы меньше мне тут не говорили, я убью этого Тора. Гадина. Гадина. Шикарный вид. Стоп, стоп, стоп! Стоять! 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 Хам! Хам! Ну посмотрите, он даже не остановился! Что за город? Хам! Эдик, ну что вы кричите? Слушайте! Вы думаете, это бредит малярия? Это было! Было в Одессе! Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10! Все, ну что же вы так орете, а? Ну, не 10, уже 12, люди спят. Маяковский, Зоя! Маяковский, а я думал, ты наконец-то на что-то настоящее сподобился. Господа, а пойдемте ко мне, у меня полбутылки Кагора есть. Пол бутылки. Это не серьезно. Ну? Все, господа. Все. Я пошла. Зоя, Зоя, Зоя. Темно. Мы вас до дома доведем? Эдичка, это же молдаванка. Да ладно, я сама дойду, не бойтесь. Все. Зоя. Да. Маяковский. В Люльчику пора. Это вопрос? Приговор. Да идите уже. Зоя, Зоя, Зоя! Адьё! Адьё! Адьё, Зоя, иди! А что за это?
господа, Осип Емельевич, примите мои самые искренние, это ужасно. Осип, я иду домой. Ты идешь домой? Дедушка, подожди. Вместе пойдем. Я хочу лечь, Осип. Уж простите, все понимаю, ни к времени, ни к месту, но я обладаю информацией, что это дело рук Миши японца. Японец не мог. Конечно, не он сам, может быть, даже он и не знал об этом, но это кто-то из его людей. Этот нож, уж больно рукоятка приметная. А знаете, Осип Емельевич, это месть. Помните Степку Хохла? Тот бандит, которого вы убили. Если это японец, то он за это заплатит. Точно. Зря ты так, Миша. Тора, я мог бы. Я даже хотел за Степу. За нее даже в мыслях не держал. Миша, вот тебе крест. Миша. Дедушка, я останусь у тебя. Совсем перееду. Я найду его, дедушка. Только не думай на Мойшу, Ося. Мойша не мог такое. Я не думаю. Он не мог. Я знаю, кто мог. Ложись спать, дедушка. Я лягу. Я хочу лечь и уже не вставать. Мне уже незачем вставать.
Надеюсь, я не зря притащился в это пасторальное захолустье. Рай мит фефер. Что? Райский уголок. Да говорите уже, что да как. Папироской угостите. Что такое? Спасибо, я такие не курю. Все просто. Груз придет по морю из Ростова. Экипаж 3 рыбака, охрана 4 офицера. Обученные. Ваш-то не подведут? За моих людей не беспокойтесь. Ну-ну. Груз перехватить нужно на море. Драгоценности в небольшом сундучке. Понадобится бричка и хорошие кони. Хорошие кони есть у вас? Господин Ржевский, не тошните мне на нервы, если у меня хорошие кони. Так и да. Дальше. Дальше. Я вам скажу пароль. Без пароля они вас близко не подпустят. Всех кладете, все забираете. И? И уходите. Делим поровну, разбегаемся и адьё. Вести куда? Присмотрел хорошее местечко. Заброшенная коптильня за ближней мельницей, знаете? Найду. Господин Ржевский, а не боитесь попасть под Сугундер? Ведь свое счастье можно найти и по-другому. Ах, Миша, бросьте вы эти фантазии. Я приму меры, чтобы уволить вас от глупых мыслей. Да не дергайтесь, то я пошутил. У нас солидная фирма. А вот так шутить не надо. И вообще шутить не надо. От причала до коптильни 20 минут езды. Место хорошее, открытое. Так что вы своих оставьте. И приходите один. А как же я без кучера? Я же править толком не умею. Ну и кучер. Само собой. Вы, я и кучер. Ну и куда вы потом? Мир велик, Миша. Поверьте, утром в Одессе меня уже не будет. За границу двинете. И вам советую. Здесь ничего хорошего уже не случится. Слыхали за такой залив? Бискайский. Слышал. Ну еще как там? Рекомендую. Ладно. Слепый казав побачим.
Ну еще там за пароль. Но вы сказали, что у меня серьезный разговор. Конечно, Миша, я говорил, я сказал, но она говорит нет. Миша, она вся такая худая, такая нервная. Я даже думал послать Фелю за доктором Маргулисом. Месье Аверман, вы не подумайте, что я такой наглый, но мне нужно с ней поговорить. Миша! Сы! Цири, ну я же поговорить, серьезно. О чем? О том, что я согласен. Давай уедем. Куда? Ну как? Ну куда ты говорил? На этот залив Бискайский. Серьезно? Серьезно. А что, говорят, шикарное место. Ты правда так решил? Правда. Си. Так что можешь собирать вещи. Та или не надо ничего, там все накупим. Я тебе не верю. Я тебе не верю, Миша. А ты как? Увидишь японца, скажи, чтобы уезжал из города. Если не уедет, я его убью. Ося. Так и передай. Да что ты? Ну при чем здесь Миша, Ося? Теперь я буду убивать. Теперь война будет. Ося, ну нельзя ж так. Скажу, увижу, убью.
Миша, проснитесь. Это я! Лев Яковлевич. Лев Яковлевич, а что вам не спится? Мне не спится, Миша, от того, что я кое-что узнал, что касается вас. Я узнал, кто убил мадемуазель Зорну. Кто? Акула, Миша. Это точно? Я когда-нибудь говорил вам неправду? А с чего акула? Если Барский говорит, что Зоя Сфадель зарезала акулу, можете в этом не сомневаться. Верю. Значит, акула? Это он. Спросите, от чего? Очень просто. Йосиф Тур на днях застрелил его брат. Ну, пустяшный человек, его даже не жалко. Но акула сказал, что отплатит. И поклялся, это слышали люди. А я имею вообще мысль, что многие вещи начинаются с акулы. Я не имею уверенности, но все идет к тому. Поэтому у меня до вас просьба. Возьмите акулу. Я возьму его. Если возьмете его, спросите за моего племянника. Спросите за Тотю. А перед тем, как его совсем... Ну, то есть, вы понимаете, спросите у него за крысу, что завелась в вашем хозяйстве. Доди ведь тоже на крысе. А акула знает за крысу. Разговор. Прошу. Да нет, я на минуту. Прошу меня простить, но буду говорить прямо. Вы же хотите отомстить за смерть вашей сестры? Это никого не касается. Понимаю. Но у меня есть информация. Японец со своими людьми совершит налет, я знаю, где и когда. И у меня есть намерение взять их на месте. Я поеду с вами. За этим я и пришел.